Всем привет! Ну что, мы находимся в Мехоманке Элит, и следующий наш прямой эфир будет посвящен самым красивым и шикарным шубкам из Соболя. На мне вот такая вот курточка, которая у нас имеется в наличии. Это курточка Автоледи, она самая коротенькая из моделей, которые именно из Соболя. Вот такая вот модель в светлом цвете, такая светло-коричневая. Вообще покажу вам несколько моделей. У нас есть несколько фасонов Соболя шубок, несколько цветов. Вот, поэтому хочу вам показать вот такую и начать с самой коротенькой. Потому что как бы Автоледи — это очень актуально сейчас, многие девчонки ищут. Вот, и поэтому если вы хотите шубку из Соболя, и именно Автоледи, у нас для вас есть вот такая вот шикарная и очень-очень красивая модель, прям выглядит обалденно. Вообще шубки из Соболя — это прям какая-то особенная любовь. Поэтому, девчонки, вот такая вот шубка на размерчик 44, но она также подойдет на 42. По стоимости 670 тысяч рублей. Невероятная, красивая, коротенькая курточка. Итак, следующие модели, они у нас будут немножечко подлиннее. У нас тут, смотрите, целая стойка всяких красавиц, поэтому прибегайте. Так, мы идем далее. Вот такая вот модель, тоже не менее шикарная. Мне она на самом деле очень-очень нравится. Сейчас покажу вам ее. Оп. Смотрите, по оттенку, да, она немножечко потемнее, чем Автоледи. Вот здесь вот длина подлиннее, 90 сантиметров здесь. Вот такой вот шикарный английский ворот. Девочки, модель бабочка. Выглядит, конечно, обалденно, очень шикарная. Оттеночком темнее, чем прошлая модель. Ну, прям вау. Кстати, на мне 44 размерчик. Также данная модель подойдет на 42. Я думаю, что на 46 тоже хорошо сядет. Поэтому, девчонки, присмотритесь. Очень красивая. Так. И по стоимости данная шубка 760 тысяч рублей. Так, смотрим далее. Далее будет одна из самых темных шубок. У меня здесь у нас уже идет потемнее, такой темный шоколад. Оп. И сейчас посмотрим, как же она смотрится. Кстати, насколько я помню, размерчик должен быть тоже побольше. Да, девочки, это шубка 50-го размера. Длина на метр, но что хочу сказать, что, да, 50-й размерчик, но сидит, по-моему, она вообще так же хорошо и на мой 42-44. Поэтому, девочки, если что, имейте в виду, данная шубка подойдет даже не только на 50-й размер, в таком темном шоколаде, конечно, прям шикарные. Вообще шубки из Соболя, они прям отличаются своей отдельной какой-то красотой. Итак, стоимость. По стоимости тоже 760 тысяч рублей. Поэтому, девочки, есть посветлее шубки, есть потемнее. Так что за Соболем все к нам. Так, идем далее. Следующие модельки будут подлиннее. Смотрите, есть вот такая вот в темном цвете, тоже темный шоколад, подлиннее. Оп. Кстати, они такой, знаете, более классической модели. Если прошлые шубки были, да, там бабочка модель, то это более такая классика. Длина 110 сантиметров, если вдруг вы хотите подлиннее. Шикарный вот такой английский воротник в темном цвете. Обалденно смотрится. Хочу показать вам мех еще поближе. Очень красивый мех. Прям снимать не хочется. Девчонки, так, это 52 размерчика. Но опять же, да, по-моему, вообще сидит очень классно. Смотрится как оверсайз. Поэтому, если любите свободные шубки, то, пожалуйста, девочки, если вы меньше 52 размера, либо 50, то, в принципе, тоже можно к ней присмотреться. По стоимости, девочки, тоже 760 тысяч рублей.
принципе, стоимость у них одинаковая, кроме модели, которая автоледи. Автоледи идет 670 тысяч, немножко подешевле. Так, ну что, далее у нас идет заключительная модель наших шикарных соболей. А эта шубка идет у нас посветлее. Так, шубка посветлее. В таком шоколадном оттенке, тоже английский ворот. Девочки, тоже, в принципе, модель такая классическая. Длина 110 сантиметров. По факту, да, вам на выбор. Либо потемнее модель, либо посветлее. Единственное, что у них отличается, это, кстати, размерчик. Это модель 48. И вот так вот по стойке. Так, по стоимости, девочки, точно так же 760 тысяч рублей. В принципе, стоимость одинаковая. Тут уже смотрите, какой размер вам подходит, какая модель вам больше нравится. Поэтому, девочки, прибегаем, выбираем себе шикарную шубку. Будем рады вас видеть.